Так автомобиль у меня. Вам подарили? Да. Кто? Жена. Жизнь. Когда мне жизнь подарили, наверное, нет. Но, правда, я его не помню. Ну, а если из таких подарков, мне подарили гитару, электрогитару. Я был очень рад и доволен. Ну, это песня любимого артиста, да. А как ее вам подарили? В подарок на Новый год. Ну, он ее исполнил для меня. Это было самый запоминающийся день и подарок моей жизни. У меня день рождения, начнем с того, что у меня 31 декабря день рождения. И я долго очень просила, потому что я девчонка, но все равно я просила машинку на пульте управления. Мама говорила, это глупость, Алина, ты девочка, все такое. Но в итоге я выпросила, и мне подарили, я была безумно счастлива. Ой, это была баночка такая стеклянная для варенья, и в ней были маленькие открыточки, такие маленькие мелочи, и с ними были все воспоминания, те самые дорогие, которые были очень дороги сердцу. А кто вам такой подарок сделал? Подруга. Не знаю. Все вспоминается. Каждый подарок интересен. Знаете, взрослые подарки плохо помню, а детские помню. Куклу мне дарил мой дедушка. Красная шапочка. Вот до сих пор ее помню. Да, это было лет 6, и до сих пор ее помню. Было кольцо от молодого человека. Не знаю, по-моему, из такого... Как-то лет 5 мне родители подарили платье. Я очень его хотела и просто один раз показала им в магазине. А они запомнили и купили. Мне было это очень приятно и очень важно для меня. Ну, мне мама подарила iPhone, мне он запомнился больше всего. Компьютер дядя подарил на день рождения. Мне запомнилось, что мне подарили коньки на Новый год. Катаешься? Да. В моем детстве самым большим подарком были шикарные конфеты. У меня тетя работала за базой мороженого, и она всегда... Я до сих пор таких конфет не видела. И от нее всегда подарки были долгожданными, именно конфетные. Вот я таких конфет никогда не ела, люблю конфеты. У меня есть друг, который мне уже 4 года подряд дарит на Новый год носочки шерстяные. Это, наверное, единственное, что мне очень сильно запомнилось. Каждый год. Кусок шоколадного мыла, когда я была маленькая. Но я решила, что это шоколад, и укусила его. Наверное, это. Потому что было не очень приятно.